Здравствуйте, мои хорошие подписчики, те, которые занимаются, те, которые уже получили подтверждение на собственном личном опыте о том, что предложенные мною средства, а это не столько мною средства, как собранные мною средства, описанные, рассказанные, разжеванные, помогают. И несколько, не хочется говорить вот слово обидно, но что-то такое есть. Канал, где-то 2500 видосов, часть из них уникальная, нигде нету. Допустим, та же целебная кулинария. И вот все это, знаете, вот где-то осталось как будто в стороне, а вот что-то новое. Да вы смотрите по каналу и используйте для собственного восстановления. Записать это видео меня подвиг отзыв Валерия Сид 4 часа назад на видос «Моча прошлое», в котором я сказал, что там было, что я изобретатель мочи. Ну ладно. Вот он пишет: «Благодарю Малахова за уникальную информацию, слава вам, спасибо. Лично применял этот метод при тяжелейшем состоянии, при невыясненном и неопределенном диагнозе, когда в области солнечного сплетения периодически появляется очень тяжелое нытье с одновременным ощущением ухода жизни и с потерей сознания. Все обследования и анализы в медсистеме средней Маши ничего не выявили». И вот таких вот случаев сейчас происходит все больше и больше. Попалась информация, Армстронг, живая вода и ваши книги по уринотерапии. Стал применять и практически сразу же почувствовал облегчение. С каждым приемом по утрам становилось легче переносить приступы. И постепенно в течение года прошли. Сейчас, после тяжелейших последствий от ДТП, когда официальная медицина никакой помощи и поддержки не дает, начинаю возобновлять эту процедуру, но уже применять сложнее, так как остался один, без помощи, компрессии трудновыполнимы, но деваться некуда. Деваться некуда. И вот таких людей, которым деваться некуда, все больше и больше. Вот как раз для Валерия Сида и для других тех людей, которые как-то уже убедились в том, что я хоть вроде как сижу перед вами, человек, которого выставили на посмешище, как какого-то там мракобеса и так далее и тому подобное, сделал видосы для того, чтобы вот на этом канале выставил, чтобы вы могли воспользоваться. Валерий, заходите в целебную кулинарию, там как раз есть блюдо на основе проросшей пшеницы, который восстанавливает быстро организм именно после вот тяжелейших каких-то травм, уподкосил. То есть все было нормально, а потом в результате ДТП человеку надо себя поднять. С помощью чего поднимать? Как предложат вам какие-нибудь там лекарства по баснословным ценам, и которые, если бы работали, я же предлагаю, ну будем говорить, грошовые средства на основе проросшей пшеницы. Чего вы пшеницу не купите, не прорастите? Все это я рассказал. Которые буквально сразу же напитывают организм всеми биологически полезными вещами, жизненными силами, и быстренько идет восстановление. Смотрите мой канал. Не то, что вот сейчас я выставил, а то, что уже было выставлено. На все случаи жизни есть информация. Пользуйтесь ею.